Стала известна программа «Фанфеста» в Самаре на среду, 20 июня. Первая трансляция матча начнется в 16:00. Московские лужники примут сборные Португалии и Марокко. Следующим матчем, показанным на огромном экране, станет встреча команд Уругвая и Саудовской Аравии. Игра стартует в 19:00 в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена». Завершит седьмой день мирового чемпионата схватка футболистов из Ирана и Испании. Она пройдет в столице Татарстана на Казань-Арене. Начало в 22:00. В перерывах между играми футбольных фанатов будут развлекать музыкальные коллективы. На сцене самой большой площади Европы выступят группы «Незабава», «Беллини» и «Кирилл де Марья Шоу». Напомним, следить за играми мирового первенства можно еще на одном гигантском экране в центре Самары, на четвертой очереди набережной в районе Ладьи.